Привет! Сегодня у нас была третья ночевка. И начался четвертый наш походный день. Это, наверное, была самая холодная ночевка. Оставила, ну да, мы все оставили кроссовки под палаткой, возле палатки. Они все сырые. Аккумулятор на камере начал мигать от холода, наверное. Мы его сняли. Может, отогреется и будет опять хорошо показывать. Значит, сегодня у нас стоянка на месте, на неизвестном месте. Просто на лесной полянке у подножия горы Бойко. Потому что мы немножко изменили маршрут, мы не стали идти на Сюрренскую крепость. Мы просто пошли, подъехали. После Змеиной Балки мы подъехали до Орлиного Залета на маршрутке. В 3:30 она шла. Нам повезло, мы недолго ждали. Вот. Заплатили за 4 человека и 2 больших рюкзака. Мы заплатили 120 рублей. Ехали буквально 30 минут. Хорошо, комфортно, места были. Вот. Потом мы за этой турбазой Орлиный Залет спустились по правую руку, обошли ее и спустились к реке Кокоска и перешли ее вброд. Вот. И потом поднялись в лес. Вот такой у нас вид. Сейчас я все сражаюсь с этой селфи-палкой. Не могу плавно ее переключить. Вот такой вот у нас вид. Мы просто поднялись на поляну. Но это поляна на тропе. На тропе, которая ведет к стоянке Богатырь. В принципе, мы идем по нашему маршруту намеченному. Ну, вот так немножко изменив его. Сегодня будем идти в турстоянке Богатырь. О, там наша палаточка. Сейчас покажу, как мы готовим кушать. Сегодня мы встали позже, чем обычно на тех стоянках. Сейчас 7 часов уже, а мы только-только начали шевелиться. Вот тут внизу Соколиная, тут за лесом, под горами. Вот. Вот в той стороне у нас начинается Большой каньон. Так что все тут рядышком. Но мы решили все-таки идти сегодня и постараться... Вот тут тропа проходит, постараться пойти, дойти до турстоянки Бойко. Ну, там как карта ляжет. Все же непредсказуемо. Тут рядышком есть родничок. Мы, это наш первый поход, который мы идем по навигатору. Раньше мы все походы ходили по карте и компасу. И навигатор нам показал эту тропу, которой нету на карте. Крутая, мы поднимались, тут это круто. И даже эта полянка не имеет ни одного ровного места. Мы спали тоже немножко под наклоном. Конечно, мы выбрали поровнее местечко. И Тимур все время сползал вниз. И Поля. Сейчас проснулись, в карты рубятся. Солнышко до нас только-только начинает доходить, потому что горы, мы как бы под горой, с западной стороны Бойки. И солнышко встает, и до нас еще не дошло, и тут холодно, я в курточке. Ну, в общем, ночка тихая была. Единственное, что от Соколиного слышалась музыка, дискотека или концерт, или что-то. Вот так, нормально. Птички. Слышите?
пойдемте к нашей палатке, покажу, как мы там устроились на таком месте, на склоне. Мое утро начинается с чашечки кофе. Не могу отказать в этом удовольствии. Саша следит за нашей горелкой. Вот тут кое-кто. Ку-ку! О, привет! Привет. Что делаем? Карты играем. Понятно. Ну что тут? Все сонные еще. Вот такая вот у нас горелка. Так мы готовим. А ты выключил уже, да? Да, он залил уже и кофе, и чай. Это у нас мы первый раз такую горелку, да, взяли? Горелка, обычно мы... Баллон. Баллон, да, баллон. Маленькая горелочка и баллон. Обычно мы берем горелку... Ой, баллон. Какой мы берем обычно? Ну, я уже не помню, какой-то разный. Ковея, там... ковея, да, мы всегда брали. Ковея, но... там пингвин еще есть. Да, да. В общем, нормально, нас все устраивает. Все, я пью кофе. Носки у нас сужатся. Пейзаж походный. С вечера грязную посуду мы сложили в кастрюлю и повесили на дерево подальше от палатки. И пакет с мусором. Мусор забираем с собой всегда до мусорника, до ближайшего. Никогда не оставляем мусор на стоянке. Вот так вот. Все. Эх, моя селфи-палка дорогая. Как я ее люблю. Я буду пить кофе. Ароматный кофе. Из походных наших кружек, проверенных временем. Класс. Кофе в горах. Ну все, всем пока. Если понравилось, ставьте лайки. Всем удачи. Кофе поставила. Все, пока. Подожди, ты не можешь все сразу кидать.